Завершились Олимпийские дни молодежи Гомельской области по плаванию. Спортсмены выступали на дистанциях, которые входят в программу Олимпийских игр. За победу боролись 10 команд из регионов области и районов Гомеля. На турнире разыграли 34 комплекта наград. В общекомандном зачете победила команда Центрального района Гомеля. Второе место заняла сборная Жлобина. Бронза досталась команде Светлогорска. За лидерами разместились пловцы из железнодорожного района Гомеля. Замкнули пятерку лучших спортсмены из Новобелицы. По итогам этого турнира будет сформирована областная команда на республиканские Олимпийские дни молодежи по плаванию. Первый день я плыл 200 комплекс. Это моя одна из основных дистанций. Занял я первое место с неплохим достаточно временем. Во второй день я плыл 200 брас, занял третье место. Время так себе, но есть над чем поработать. Нам немного не хватило сил, наверное, на королевую эстафету, потому что уже были немножко все уставшие после заплывов, не хватило времени отдохнуть. У нас есть сильные юниорки, такие как Елизавета Коршак, Елизавета Привалова, Кристина Шматкова, Ангелина Малащенко. Я думаю, что эти девочки будут бороться за призовые места на республике. В основном сильнейшие пловцы – это пловцы города Гомеля, в основном. Но также очень сильно представлена команда города Жлобина. Очень сильно представлена команда города Светлогорска, поэтому я думаю, что совместными усилиями команда Гомельской области покажет очень хороший результат на республиканских соревнованиях.